Выставка с длинной историей оказалась не просто актуальной, а злободневной. Год назад участники группы «Шила» решили разобраться, что такое украинская повстанческая армия. Как проще всего разобраться с какой-то темой, это можно в какой-то там игровой обстановке. Мы начали играть в войнушку, вот УПУ, и как бы так получилось, что мы прочувствовали события, которые произошли потом на Майдане. На больших цветных фотографиях попытка показать, как в общественном сознании предстают воины УПА. Вместо подписей под ними фото маленькие, черно-белые. Уходим от игры и уходим в реальность. То есть постановочная фотография и чисто документальная репортажная фотография с улицы Грушевска в дни, когда было наибольшее противостояние, то есть Майдана и силовиков. Группа «Шила» появилась на свет 4 года назад. Первую выставку представили здесь же, в Харьковской муниципалке. Мы снимали сюжеты, но их никак не соединяли во что-то единое. То есть, а в данный момент это тоже социальный сюжет, но который имеет под собой определенный бэкграунд, который посылает зрителю возможность задуматься. Посмотреть выставку «УПА Хендехох» и поразмышлять о ситуации в стране можно до 30 июля. Анна Старкова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».